Азовское море, Арабатская стрелка, база Светанок. Тут есть так называемый кемпинг. Что тут есть? Полупустой пляж. Вот там вот вдалеке вы видите, что творится. Соседняя база закрыта. То же самое с другой стороны. Вот стоим мы. Туалет, душ, вода артезианская, реально хорошая, вкусная. Вот с нами стоит еще одна палатка, и были ребята с Харькова с кемпером, поехали на источник. Вот все. И там дальше опять вы видите цивилизация, народ, толпы и так далее. Тут пустой пляж. Цена этого всего удовольствия 100 гривен в сутки.